Всем привет, это «Хочу квартиру», и мы сегодня подводим промежуточные итоги спарринг с риэлтором. Ребята меня пригласили в дизайн-студию Their House, сказали, что у них какой-то сюрприз, и мы по этому поводу еще чуть позже пообщаемся. А сейчас хотелось бы подбить итоги прошедшей недели, поделиться результатами. Андрей, привет. Привет, Никита. И ты 2 недели уже в бою. Полторы недели в бою, да. Мы сфотографировали объект, написали текст, разместили его в рекламу, дали везде премиум, дали везде топ-3. Начали уже принимать звонки, это хорошие звоночки были. И с этих звоночков у нас было 2 показа. Второй показ у нас был очень такой серьезный. То есть результат у нас за 1.5 недели 2 показа? За 1.5 недели 2 показа. У меня объявление стоит месяц. Я его также на этой неделе добавил в премиум, свое объявление. И у меня за месяц результат 3 показа. Окей, пока счет 3-2, можно сказать. 3-2, да, ну да, немножко времени. Ну, понятно, что немножечко времени, но окей, у вас там и базы у вас какие-то шикарные, и другие ресурсы, которыми вы пользуетесь, у вас же там большие ресурсы, клиенты наработаны и так далее. А я-то всего лишь в Циане, в Авито и в Яндексе разместил. У меня вот буквально на днях был показ, приезжали 2 девочки, 25-28, ну, то есть прям молодые девчонки. Я еще из окна такой смотрю. О, девчонки, сейчас я их очарую. Они ищут для своего друга, который приезжает с Америки. Одна девушка живет в Кутузовской ривьере, 178 квадратных метров у нее. Ну, я им дал свои визитки, рассказал про свой проект. Говорю, заходите, там вот увидите. Вот, ну это такое отступление. Итак, мы собрались здесь, вы сказали, что у вас есть какой-то сюрприз. Да. Никита, ну смотри, мы проанализировали объект. Да. А то, что вижу я, это то, что объект морально устаревший. Я просто предложила Володе поучаствовать, как говорится, интеллектуально в этом проекте и предложить свой дизайн-проект на случай, если у нас целевым покупателем все-таки окажется девушка, либо это будет молодая пара, которая тоже бы хотела иметь готовое решение для себя. Ну, смотрите, в данном случае мы старались не затрагивать какие-то конструктивные решения, то есть не менять электрику, не менять расстановку перегородок. То есть все сводится к легким косметическим решением, то есть это перекраска, поклейка новых обоев. Из каких-то существенных демонтажных историй, то есть мы просто взяли, если помните, здесь при входе есть кухня, стоит на подиуме. Да. Вот, мы решили демонтировать этот самый подиум, сделать пол в один уровень. Но если здесь масло там и так далее, ну то есть много же разных приготовления пищи там идет. Сейчас технологии позволяют даже натуральный деревянный паркет защищать несколькими слоями масла. Он запекается под ультрафиолетовой лампой, и это защищает его в должной степени, чтобы любые поверхностные, как бы там, я не знаю, там масло, там жир, что-то пролили, вытерли, убрали. То есть проблем никаких не должно быть. Нет, а в моем понимании плитка, она как раз, ну, некий зонирует, собственно говоря, тот участок квартиры, да, то есть. Это хорошо, Никита, в том случае, когда мы говорим о 50-метровом open space. В данном случае у нас помещение не очень большое, и дополнительно зонировать его покрытиями по полу. И аллилуйя, у нас здесь нет многоуровневых потолков и вот этой вот россыпи точечных светильников. Это как бы такая примета, характерная для той эпохи. То есть обычный ровный потолок, и в общем-то это очень хорошо. Поэтому у нас получается однообъемное пространство, решенное в как бы общей цветовой гамме. Цвет Тиффани мне очень понравился, кстати. Да, 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 да. А я вот как раз обратил внимание, для кого это, для девочки или для мальчика? Мне кажется, для молодой пары, для девушки будет вообще прекрасно. Я бы был категорически против вообще такого цвета. Решение. Да. Бирюзовый, ну, или как это называется? Достаточно консервативный. А я консервативный, да. Да, 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 да. Сейчас прямо. Плюс мы добавили еще такую деталь. Это такой декоративный камин. То есть вы говорите о том, что мужчина, которому нравится бирюзовый цвет, ему нравится будет у камина сидеть вечером. Если он не один, 100%. Что? По большому счету, что важно для мужчины? Вот телевизор – это 100%, да? Этот вопрос, где будет висеть телевизор и какого он размера? Да. Он есть? Все, остальное решается. Да. Да. Ну, то есть мне нужен диван, телевизор, собственно, куда все ноги есть, поставить, да. И где посидеть с пацанами, в приставку порубиться, ну и пиво попить, ну, по большому счету. Все, да. В зоне спальни мы сделали все чуть более разряженно. Если вы помните существующую планировку, когда мы заходим, мы сразу упираемся взглядом в торец вот этого большого платяного шкафа. Да. Мы его убрали, сделали справа от входа, он сейчас нам не мешает, то есть не перекрывает нам световой проем.
А плотяной шкаф мы сделали до потолка. Я бы здесь разместил зеркало. Это все-таки спальня. Вообще не поясни, пожалуйста. А можно сделать... Да ладно. Да, у меня было вот зеркало всему виной. Поэтому не ставьте в спальне зеркало. Хорошо. Окей, вот у нас есть хороший бонус. Покупателю квартиры на «Золотых ключах» мы дарим дизайн-проект вот этот. Либо если нашему покупателю не нравится дизайн-проект, он приходит к Владимиру и говорит: «Владимир, привет, я «Золотые ключи, сделай-ка мне дизайн-проект». И делает конкретно под вас дизайн-проект. Поэтому срочно покупайте «Золотые ключи 2», 78 квадратных метров. 542-23-53. Скажите «от Никиты». Всем спасибо. Ждите наших новых включений. И будем вас держать в курсе, как проходит наше событие. У нас прошел месяц, квартира нифига не продана, звонков мало. Андрей работает, старается. Я тоже бегаю, там флагами ношусь, там всем кричу: «Эй, покупайте!» И Надежда предложила очень интересное решение — дизайн-проект квартиры в подарок. Посмотрим, как это работает. Через 2 недели увидимся. Всем пока. Пока. Ну, только нормально. Что нашу комиссию урезали еще.